Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Семен Чуфилип. В этом коротком касте мы опишем идеальную ситуацию быстрой переналадки. Как она должна выполняться, как должна выполняться переналадка и к чему стремиться, внедряя смет. Итак, первая идеальная ситуация – это пример с принтером. У каждого есть либо дома, либо на работе принтер. И как выполняется переналадка, вы сами все прекрасно знаете. Нажимается кнопка. Одним движением руки вынимается картридж, другим движением руки с другой рукой вставляется картридж, крышка закрывается, все, принтер продолжает печатать буквально через несколько секунд после того, как он остановился. Это идеальная ситуация. Что же происходит на самом деле? На самом деле кончается краска, которую надо, опять же, заправить, залить в определенный резервуар или засыпать в определенный резервуар. И потом, после этого, сделать пробную печать, то есть проверить, что действительно краска попадает на бумагу, что она действительно поступает. Ну и после этого печать начинается. Все вот эти вот мелкие-мелкие процессы, вот их можно описывать до бесконечности. Я сам не могу знать все устройство вот этого принтера и подачи краски в нем, но тем не менее, я знаю, что в нем существует более сотни различных микропроцессов, которые происходят по мере перехода от одной партии краски, например, к другой. Все это происходит автоматически, мы это даже не видим. От нас требуется всего лишь несколько секунд быстро взять, открыть, вынуть, вставить и запустить. На многих принтерах современных даже не надо нажимать никаких кнопок. После того, как вы закрыли крышку, принтер сам определяет, что да, картридж заправлен, и начинает печатать. То есть, вот это и есть один из примеров, одна из моделей, пусть она не относится к производству, но тем не менее, одна из моделей идеальной ситуации, которой мы стремимся, применяя быструю переналадку. То есть, мы не останавливаем долго оборудование наше, то есть, мы не откручиваем никаких болтов там, чтобы открыть крышку, например, ту же самую, там, каких-то сложных фиксаций. А представляете, там, если бы, чтобы заменить картридж, нам приходилось бы откручивать 8-10 болтов 20-сантиметровых. Смешно, нелепо, но, тем не менее, на производстве так и происходит во многих случаях. Нам не надо что-то делать, какие-то манипуляции по засыпанию, заливке краски, устранению подтеков, устранение каких-то просыпей. Нам не надо настраивать принтер, чтобы он выходил на новый режим работы. Точнее, снова выходил на режим работы. То есть, всего этого нам делать не надо. Вот к чему мы должны стремиться, применяя метод быстрой переналадки. Переналадка в одно касание. Это идеальная ситуация, когда вы один раз касаетесь оборудования и переналаживаете его. Ну, рассмотрим второй пример быстрой переналадки. Это всем известный тоже пит-стоп в гонке Формулы-1. 21 участник команды задействован в проведении пит-стопа, иногда больше. То есть здесь в основном время переналадки снижается за счет не автоматизации, механизации, как в предыдущем случае, а за счет выполнение каких-то параллельных работ, ну, в том числе и автоматизация, механизация. То есть вы видите, что один человек, то есть два человека быстро подбегают и поднимают гоночный автомобиль. Сразу каждая команда, она не толпится вокруг него и не думает, какой работой заняться. То есть каждый сразу подбегает к своему колесу, кто-то с готовым колесом подбегает, кто-то подбегает сразу с настроенным гайковертом, пневматическим или электрическим, неважно. Кто-то подбегает, ну, еще с чем-то там, с дополнительной смазкой. То есть у каждого есть своя роль, своя функция. Все это стандартизировано и выверено вплоть до секунды. Кто-то подбегает сразу и начинает дозаправлять автомобиль. То есть все выполняют свою работу. Вся работа синхронна, вся работа выверена чуть ли не по миллиметрам и по секундам. Вот. То есть смет, он сам по себе предполагает выполнение
всех анализ и выполнение всех подготовительных операций, стандартизацию функций, то, что мы видим. Он предполагает использование каких-то функциональных зажимов для ликвидации крепежа вообще, как мы видели в принтере. Использование промежуточных каких-то приспособлений. Например, вот здесь вот ребята подбежали и подняли с помощью простых рычагов автомобиль, гоночный автомобиль. СМЕТ предполагает использование параллельных операций, опять же, то, что мы видим. Устранение корректировок, опять же, как мы видели в принтере, механизацию и так далее. То есть, вот этот вот огромный набор инструментов, не такой уж он огромный, конечно, но, тем не менее, он приличный набор инструментов, который способствует тому, что время перенаводки так или иначе сокращается. В случае с гонками, например, мы видим, что время перенаводки, оно исчисляется с того момента, как гонщик начал сбрасывать скорость и заезжать на пит-стоп, ну и заканчивая тем моментом, когда он вышел на нужный режим, как мы это говорим, то есть на нужную скорость. То есть здесь часть операций, часть времени по перенаводке зависит от самого гонщика, то есть как он сбросит скорость, как он быстро сможет оказаться на пит-стопе, как он быстро сможет стартовать с него. Ну и очень большой объем времени сокращает именно вот такая вот организация работ с помощью перечисленных выше методов, подходов, инструментов. Это и есть идеальная ситуация. Идеальная ситуация – это замена в одно касание. Используем различный набор подходов, начиная с анализа, стандартизации, механизации, устранения корректировок и так далее. И стремимся к тому, чтобы перенаводка осуществлялась в один подход. То есть подошли, сделали, ушли. Минимальное время, минимальное количество подходов к перенаваживаемому оборудованию или к перенаваживаемому предмету. Это была идеальная ситуация, к которой нам следует стремиться. Когда вы будете анализировать ваши перенаватки, когда будете работать по шагам быстрой перенаватки, проходить каждый шаг, помните эту идеальную ситуацию, держите ее в голове, ориентируйтесь на нее, и она должна вам давать каждый раз понимание о том, что совершенству нет предела. То есть даже когда вы улучшите немного свою перенаватку, вспомните об этой идеальной ситуации и подумайте еще раз. Вы всегда найдете то, что улучшите. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами, смотрите наши дальнейшие касты. Всего вам хорошего.